Впечатления очень превосходные. Мы довольны тем, что это становится мероприятие уже достаточно традиционным. Второй год происходит уже. Учитывая то, что я и в прошлом году был участником, то этот год, я считаю, тоже получился достаточно удачным. И надеюсь, что и последующие годы я, и в том числе и наша компания, будет принимать участие в данном мероприятии. Разумеется, потому что здесь представлены компании, организации, сельскохозяйственные производители со всей России. А так как вы знаете, что общение, конечно, это очень дорого стоит, то это просто-напросто необходимо и продолжать дальше. Разумеется, будем рекомендовать всем нашим сельхозпроизводителям, особенно вот Северного Кавказа, я сам-то оттуда, это, чтобы они принимали активное участие в этом мероприятии уже в последующие годы.